Отдохни. Что вы тут делаете? А? И вы можете его о помощи попросить. Ну, значит, если есть у вас подходящие дары. Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что... А будет еще хуже. Всебог сказал, что... Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть «Себо!». Женщины севера моются раз. Подожди-ка. Дайте мне покою! Что им в тягость, скажут сами. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять, не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончит дяды. Начинай. Мы
мы за жизнь свою в ответе. Граф Велик на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им тягость, скажут сами. Нам ждите ваши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. О неверным врагам мира смертных не покинут. Тех мы легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой, отца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Я должен был защищать вас от монстров, не от людей. Тебе вопросов нет. Отойди! Разгоните этот сброд! Ворожей тебе доверился, ты помочь обещал. Я не соглашался убивать людей. Ну и ступай. Ворожею тебе незачем воспринимать.